Всем привет, с вами снова Максович, и сегодня у нас небольшая игрушка под названием Kill It With Fire Ignition. Убей это с помощью разведения огня. В общем, как-то так. Игра состоит из нескольких уровней, я думаю, мы будем проходить по одному уровню. Будут, скорее всего, такие небольшие коротенькие видео, но зато мы разделим все по порядочку. По уровням. Так, ну что ж, давайте по настройкам пробежимся по-быстренькому. Итак, у нас английский язык только доступен, нельзя ничего выбрать. Есть пункт «Стереть свои настройки», но почему-то он как-то не работает корректно, я не знаю почему. Пробовал. То есть что-то сбрасывается, что-то остается. Не совсем понятно, как это работает. Так, настройки мышки и клавиатуры. Отлично, здесь есть инвертирование, переключение приседания, то есть нам нужно держать, либо нажать. Он приседает, и пока мы второй раз не нажмем, он не встанет. Ну, это понятно, я думаю. Чувствительность мыши, настройки клавиатуры. Все, в принципе, замечательно. Единственное, только перенастроил приседание на клавишу C, а так все остальное оставил как есть. И убавил немного чувствительность. Так, геймпад, но это нам особо не интересно. Кстати, да, значит, на геймпаде можно играть. Ну, это уже кому как удобно. Мне лично мыши, клавиатура — это наше все, как говорится. Сброс настроек. По видео, значит, разрешение. Полный экран, можно играть без бордюра, в окне. Изменять качество, вертикальная синхронизация у меня отключена в данный момент, потому что у меня видеокарта перенастроена таким образом, что ограничение 60 кадров плюс принудительная быстрая синхронизация. Так, сброс настроек видео. Ну и, собственно, аудио. Все отличненько настраивается. И тоже есть сброс настроек. Игрушка на движке Unreal Engine 4, что, в принципе, обеспечивает нам хорошую, приятную графику. И это здорово, на самом деле. Итак, здесь есть у нас дальше апгрейды, которые будут доступны, которые можно будет покупать за поинты. Какие-то апгрейды. Также есть еще что-то. Ну, в общем, мы по ходу дела разберемся. И разные инструменты, с помощью которых можно нам будет проходить игру. Ладно, давайте начинать уже. По ходу дела, то уже две с лишним минуты, я рассказываю только про настройки. Итак, первый уровень. Первая миссия, первый контакт. В этой игре нам нужно охотиться на пауков, которые прячутся. Убивать их всякими разными оружиями, всевозможными, которые только мы найдем. Итак, наше текущее задание, значит, экипировка 0 из 5, задание 0 из 5, батареи 0 из 0. Арахна Гаунтлет Incomplete. Арахна, это, насколько я понимаю, по-латински это вроде бы паук или что-то в этом духе. Так, ладно, давайте начинать. Посмотрим, по ходу дела будем сейчас разбираться. Так, мышь, вроде более-менее, да, в принципе. Хотя можно было бы даже еще, наверное, убавить, но да ладно. Пойдет и так. То есть мы можем поднимать предметы, осматривать их. Пауки иногда прячутся за предметами какими-то. Вот, слышите звук? Вот он. Блин, как его мне... Как-то его... Но... Я его уже не догоню, чую, короче. Так, вот наша... Иди сюда. Отлично. Наше задание — убить паука. Выполнено. Дальше еще раз, два, три. Еще четыре задания. То есть на этом уровне у нас есть пять заданий. Так, я что-то переключил при задании. Мне кажется, как-то это не очень удобно, если честно. Забываю постоянно. Привычка. Привычку уже зажимать и держать приседания. Надо будет потом в следующий раз переставить. Где-то здесь еще есть они. Так, давайте откроем. Блин, вот ты где. Мне точно надо переставить. Я никак не могу привыкнуть, что нужно зажать и не держать. Так, Get Spider Tracker. Трекер, что это такое? Так.
Вот он, походу, этот спайдер-трекер. Блин, ты можешь быстрее ходить. А, ну нам даже не надо приседать, в принципе, ну так вот стоя. А, найдите экипировку. Новое задание. Ага, take the spider tracker from the closet. То есть возьмите, видимо, поисковик пауков в клозете. Вот это у нас клозет, кладовка, короче, кладовая. Да, забавно так, то, что можно все вытряхивать, Ой. Ах ты, скотина! Блин, засранец. Так, ладно, это мы выполнили. О, прикольно. Да, взаимодействовать нужно с... Где? Где? Где эта скотина? Это надо выкинуть куда-нибудь сюда. Мешается. Мешается. Нифига себе, книги склеены, что ли? Ну ладно, не будем придираться. Чего тут нету? Что-то мы, короче, какие-то тарелки. Вот он. Где? Ты засранец. Блин. Есть. Слушайте, забавная тема. Я только в одном клозете только сколько их набрал. Обалдеть. Не прячутся ли нигде тут они? Ну, вроде пока больше не прячется. Так. Блин, что ж все ломается-то? Что ж ты такой неаккуратный? Я же просто взял в руки. Где-то еще собака пищит. Так. Найдите больше экипировки. А где я вам найду больше экипировки? Это все склеенное. Понятно. Собака. Блин. Вот ты собака такая шустрая. Есть. А где нам найти больше экипировки? Давайте. Bathroom. Ванная доступна. Ах, собака. Они, смотрите, вообще везде. Слушайте, мне это нравится. Разрушение — это всегда круто. Это всегда круто, когда можно пошалить. Unlocking. А, нормальный. А что это такое? Потемнело все. Как-то странно. Типа мы в источник света, что ли? Зашли. Так, вот здесь я чую точно дохренище. Блин. Собака, куда ты? Блин, да там их, походу, два. Больше. Сейчас я их... Так. Хейрспрей. Иди сюда нахрен. О, веселуха. Чё-то у меня такое ощущение, как будто там они прям сквозь ящики жарятся. Смотрите. Вот здесь вот прям. Точно. Эффективная штука. Можно прям сквозь ящики фигачить. Нихера себе я набрал. Обалден. У нас теперь целые запасы этого спрея. Где ты там еще? Да вообще шикарно, да, можно прям не открывать, все, все подряд жарить, куда-нибудь точно попадешь. Здесь не открывается, к сожалению. Так, какой-то магнитофон стоит. A challenge, defeat a last 20 spiders in 60 секунд. Нифига себе, 20 пауков за 60 секунд нам нужно. Так, ну я не могу никак взаимодействовать с этой хренью. А, вот он есть, этот, арахногаунтлет.
Ну, я не знаю, короче, может быть, мы как-нибудь потом и доберемся до того, что 20 пауков за 60 секунд, но пока что нет. Блин, это офигенная тема. Это офигенно. А могу окно разбить? Охренеть, все можно разбивать. Как, блин, мне уже нравится. Уже нравится. Ё-моё, так, свет. Свет не реагирует. Сейчас все прожарим. Вообще, слушай, замечательно. Barn stuff. То есть мы выполнили какое-то задание на переиграть какую-то миссию для того, чтобы завершить незавершенные задачи. Что это такое? Я что-то не понимаю. Не, вот это вообще классная штука. Слушайте, мне нравится. Просто все можно прожарить. Если даже что-то где-то не дожарил, ничего страшного. Так, опаньки, сюрикены. Шикарно, ребята, шикарно. Так, это что такое? Что-то мы тоже подобрали. Бросить книгу. Куда-то бросить книгу, короче. Видимо, надо книгой кого-то еще что-ли убить. Что-то я не понимаю. Сейф какой-то. Так, ну мы, по-моему, уже здесь все, что можно, прожарили. И как бы особо... Особо вроде ничего... А, еще вот есть собака такая. Ну ничего, сейчас сам сгорит, я думаю, да? И ведь у нас сгоришь. Сгорел. Так, у нас 4 из 5 заданий, да? А что мы не выполнили? А, бросить книгу. Блин, я не знаю даже теперь в кого бросать. Мы же всех уже... Мы же всех поджарили уже. Вот здесь вот вроде еще не дожарили. Все у нас кончилось. Блин, где-то еще пищит. Собака. Что ж ты как-то слабо бросаешь? Давай быстрее. Да блин. Есть, есть, все. Закидали книгой. Арахногаунтлет теперь доступен. Блин, а как я выполню? У меня огонь-то кончился. Чем я их буду убивать за 60 секунд? Ну давайте, короче, попробуем. Арахногаунтлет, блин. Блин, это надо реально огонь. Огонь надо сохранить для гаунтлета. Не, я тут 20 их никак не грохну. Да, блин, куда же вы, скотины? Точно, точно, надо огонь сохранять. Как? 6 секунд осталось. 5. Нет, я только 8 убил. Не-не-не-не-не-не-не-не. Эту миссию надо переигрывать отдельно. Отдельно, в общем, короче. Жарить их огнем, оставлять специально для этого дела.
Как-то так, короче, получается, да? Ну ладно, основную миссию мы выполнили. Да. Может быть, я за кадром попробую перепройти с Арахногаунтлетом. Не знаю, или в следующем видео вставочку сделаю. Не знаю, посмотрим, в общем, может, не буду проходить. Я не знаю, что нам это даст. Экипировка 4 из 5, я что-то где-то пропустил. Интересно. Обновление доступно. У нас есть поинты для того, чтобы апгрейдить что-то. Так, у нас есть 5 поинтов. Протонс шейк. Не знаю, что это такое. Керосин 10 стоит. То есть вот эту фигню можно купить. Ладно, давайте пока ничего не будем покупать. Вернемся назад и на этом закончим. Ну что же, всем удачи, всем пока. И до новых выпусков.